нашими многоуважаемыми партнерами, нашими спонсорами, которые помогли нам сделать вот эту красоту. Всем вот моя личная благодарность и благодарность от всей нашей компании. Действительно, 2 дня упорных прошли. Вот всех спросил, всем выставка очень понравилась, и качество животных, и количество посетителей. Вы видите, с каждым годом любовь к Эдсбургу становится больше и больше. Наверное, действительно, судьи выбрали самых лучших, которые уже по нашей традиции Эдсбурга будут выбирать спонсоры. Кого выберем, поздравляем. Кто не пройдет, подарки шикарные предоставили спонсоры, поэтому будем вас ждать в следующем году. Спасибо всем большое. Ну что же, а вот теперь самое-самое важное и интересное. Мы начинаем финал Эдсбурга 2019. Громче! Сделаем так, чтобы Крокус содрогнулся и все знали, что здесь кошки! Громче, 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 друзья! Итак, первая номинация – это, конечно же, лучший котенок. Начинаем с самых маленьких и обаятельных. Встречаем! Представитель от системы Тика располагается за зеленой тумбой. Абиссинская кошка Эйзен, Мэтью, Маркус и хозяйка Елена Митрофанова. Представитель от системы Альянс Суперкэт. Белая тумба. Африканская кошка Гранд Рошель Султан. И хозяйка Шульгина Ирина. Представитель от системы VCF. Синяя тумба. Хайленд Фолд. Лукор Фолд энд Курма Алтай. Хозяева Казанцева Елена и Бабокина Наталья. Представитель от системы FIFET. Красная тумба. Персидская кошка. Казанова. Даймонд Флауэрс. И хозяйкой Ичук Екатерина. Представитель от системы CFA. Желтая тумба. Бирма. Люба Бурм Гардеспой. Май. Гардемуа. Бурма. Бурма. Люба Бурм Гардемуа. По-французски немножко. Наталья Гнатюк, спасибо. Спасибо. Ну что же, все прекрасные животные здесь. Хозяева, конечно же, волнуются, но еще больше, на самом деле, волнуются судьи, волнуется весь зал. Потому что сейчас придет то решение, которое войдет в историю. Дадим немножко насладиться красотой каждого животного, сделать свой выбор. Вы просто посмотрите на этих прекрасных питомцев. Каждый из них по-своему хорош, но в наш суперфинал выйдет только один. Итак, зрители готовы? Готовы ли вы? Точно готовы, остальные нет. Чуть-чуть дадим потомиться. Ваши аплодисменты. Конечно же, сейчас животные нервничают, поэтому мы не будем включать громко фанфары. Сейчас в интригующей такой легкой тишине мы спросим жюри, какой выбор они сделали. Но сначала, зрители, давайте поаплодируем. Ну а теперь, жюри, вы готовы? Да? Нет? Ну, вы в первый раз, да? Конечно. Смотрите, у вас есть 5 цветов. Нужно выбрать один. И поднять его, не передумывая. Да? Итак, уважаемые жюри, в ваших руках судьба
наших суперфиналистов Эдборга 2019. Итак, мы просим вас сделать свой выбор. Итак, попросим выше поднять и покрутить табличку. Вот так вот, да? Все, чтобы все видели, что цвета у нас одинаковые. Итак, сейчас мы будем проходить зеленая тумба 0 голосов. Белая тумба 2 голоса. Синяя тумба 2 голоса. Красная тумба 2 голоса. Желтая тумба 1 голос. Итак, в этой ситуации мы голосуем еще раз. Обращаем ваше внимание, что сейчас у нашего уважаемого жюри нужно сделать свой выбор между белым цветом, синим цветом и красным цветом. Сейчас дадим время немножко подумать и собраться с мыслями. Это сложно, но мы в вас верим. Без вас у нас точно ничего не получится. Я думаю, ни один зритель не смог бы сделать такой сложный вывод. Именно поэтому мы пригласили вас. Еще раз повторим. Делаем выбор между белым, синим и красным. К сожалению, зеленый и желтый у нас уже в финал, в суперфинал не проходит. Вы, конечно же, победители, но не в суперфинале. А теперь, уважаемые жюри, просим проголосовать еще раз. Синий 2 голоса, красный 3 голоса и белый 2 голоса. Таким образом, суперфинал от лучших котят выходит персидская кошка Казанова Diamond Flowers, система Кифен и хозяйка Дьячум Екатерина. Уважаемые финалисты, ни в коем случае не расстраивайтесь, да? Конечно же, каждый из вас получит призы. Сейчас мы приглашаем на фотосессию. Ну и, конечно же, ждем решения, которое будет принято по следующим номинациям.